Полицейский патруль снова в деле. Всем здорово, друзья. Мы продолжаем играть с этим модом. У нас уже 13 уровень, 79 убитых. И мы продолжаем убийство. У нас сегодня будет мотик. И у нас сегодня будет обрез. И сможем с помощью обреза гасить преступность. Это довольно nice. У нас уже ночь наступила. У нас снова пригород. И погнали. 13 уровень, 79 убитых. Ух ты, да. Ну что у нас, преступность не спит, мы, конечно, ее будем уничтожать по-жесткому и гасить с помощью дробовика, обреза. Да, Франкли, мы сегодня просто всех будем гасить. У нас сегодня будет мотики, нам будет, конечно, по барабану на всякие эти холмы, потому что мы сможем забраться где угодно и проехать как угодно. Да, мотик такой симпатичный, довольно хорошая моделька, и преступник где-то у нас прям сверху. Так, даже не пойму, где можно проехать здесь. Ночью очень темный, и его реально не очень-то хорошо видно. Там вижу, есть сразу две тачки. Что ты мне сигналишь? Вижу преступность, а один преступник у нас уходит где-то в левую сторону. Хорошо, сейчас подъезжаем, быстренько все гасим, и тогда едем за последним. Мы уже едем, походу, в город. Так, они, походу, в движении. Да, они в движении, едут в город. И, походу, вернемся в город, друзья. Откуда все начиналось? Так, есть две тачки, мы сразу начинаем гасить. О-хо, это довольно жестко было. Так, есть еще один преступник. Да, обрез тоже, что нужно. Заднее стекло. И, кстати, другой преступник решил просто по холмам поехать. Он реально испугался. Так, походу, проехал здесь именно. Как он смог здесь забраться, даже не понимаю. Секундочку, он появился прямо на дороге. Как только возможно. Открываем огонь, конечно. Вот это понимаю. С дробаша просто по-жесткому. Ох ты, да. Тачку просто в хват. Так, можно прям под бензобаком. Ох ты, да, там чувак. Нет, там у нас красотка была, или чувак. На тебе дробашом. Это было довольно эффектно. Да, было довольно эффектно. Реально можно стрелять бензобак, и тачка будет останавливаться. Либо будет сразу взрываться. Хорошо, друзья, погнали дальше. У нас остался последний преступник на 13 уровне. Довольно счастливый. Но мне кажется, на мотике довольно удачно будет серия у нас сегодня. И рабочий день довольно хорошо пройдет. Так, я вижу преступника, он прям по ту сторону холма. Ну-ка, поехали. У нас, по идее, мотик. Хорошо так освещается, фары, все видно прекрасно. Такие звезды прям в небе. Потрясающие звезды. Хорошо, прям по холмам мы сможем просто спуститься к нашему преступнику. И уже уничтожить. Далее, походу, в центре только холмы. Только нужно будет аккуратненько проехать. Хочется все-таки, наверное, вернуться мне в город. В городе гораздо будет симпатичнее. Там не нужно будет по этим холмам гонять. Мы сегодня на мотике, нам, конечно, это по барабанам. Главное не слететь отсюда вниз. А если что, нужно поднимать передок вверх и спокойно слетать с горы. Так, ну все, выше, выше, мне нужно, по идее, где-то уже слетать. А ну я прям тут уже. Ох ты, да, передок вверх, нормально, на колесики и поехали дальше. Прям по холмам. Обалдеть. Так, он продолжает свое движение, вижу. От нас, именно от нас, подальше от нас. А мы все-таки его догоним. Оп, есть трасса. Поехали уже прям по дороге. Так, барьер, барьер. Тут можно проехать. Что ты мне сигналишь? И преступник уже практически рядом с нами. Можно, наверное, срезать. Именно вот тут через туннель можно срезать. И будет прям перед нами. Сейчас будем подъезжать, друзья. В какую сторону поедет? Он поехал в правую сторону. Хорошо. Открываем огонь сразу под бензобак. Он ничего не понимает. Выключаем сирены. Нет, он все-таки нас заметил. Включаем сирены и уже начинается погоня. Открываем огонь прям по бензобаку. Так, они выходят. По обрез, обрез выходим. Франклин, выходим. Так, берем автомат. Автоматом уже всех гасим. Так, он мертвый, живой, там остался еще один преступник. Так, вижу. Окейшки, готов. 14 уровень, 91 убитый. Обалдеть. У нас три машины. Три машины с подрезаем, поехали дальше. Разбираемся, друзья, дальше. Так, где мы находимся? Так, по ту сторону холма прям. Хотя нет, они на нашу сторону. Мы сейчас подъедем и будем подрезать. Да, практически в один в один подъедем. И на перекрестке мы встретимся. Сейчас, ребят, ух, спокойно. Я не пойму, где какое-то стороннее. Левое движение, левое, правое.
Ребята едут и в ту, и в другую сторону. Сейчас подъедем, блокируем дорогу, достаем автомат и просто их гасим. Гасим не по-детски, вот, ребят, наша. Так, выходим. Прям возле надписи «Голливуд». Устроим Голливуд, конечно. Черт возьми, у нас, по идее, есть РПГшка. Есть РПГшка, и, ребят, держи РПГ. Хо-хо-хо. Сейчас будет жарко. Чувак просто отлетел. Хорошо, ожидаем следующую. Это полицейский патруль, детка. Вот так мы разбираемся с преступностью. 99 убитых, друзья. А, кстати, у нас там почему-то время не остановилось. Так, поехали, у нас есть еще две машины. Почему-то время не остановилось. Видимо, уровень сложности повысился, и поэтому время у нас продолжает идти. 2 минуты, погнали. Так, две тачки, они очень медленно движутся. Но мы, если что, сразу будем гасить обрезом. И тогда сможем нейтрализовать. Так, спокойно объедет наш трон. Ребята просто остановились, что ли? Так, берем, наверное, автомат, подходим поближе. Там что происходит? Там какая-то гонка, что ли, происходит? Кого-то я убил, но там у нас реально какие-то... Так, хорошо, сядем, подъедем поближе. У нас красных отметок довольно там много. Убили преступника. Да, это преступник. И просто гасим его. Они нас просто стояли и ждали. Так, готов. И последний остался. Ох ты, да, мясо. Так, последний преступник прямо на дороге стоит. Так, пардон, погрызался. Так, можно просто выйти, можно просто подождать. Ну, все-таки уже помрет. Да, у нее есть оружие. Она почему-то не открывает огонь. Ну, хорошо. 15 уровень, 105 убитых. В принципе, мне это симпатично. Погнали дальше. У нас 4 есть тачки. И нужно как-то спуститься с этой надписи «Голливуд». Надеюсь, вот будет обрыв. И сможем с помощью... Ох, получится, не получится. Ох ты, да, получится. Тут довольно высоко. Я не ожидал. Так, походу мы врезались, но мотик остался рядом с нами. Ничего страшного, мы сейчас сядем и поедем дальше. Давай-ка, Франклин. Так, окейшки, сели, задний ход и спускаемся. Преступность рядом с нами. Так, вижу, один преступник ходит в правую сторону, другой в левую. Хорошо, наверное, поедем в сторону города, потому что у нас там есть 3 преступника. Погнали! Быстренько догоняем, уничтожаем и возвращаемся. Мне кажется, чуть ниже. Так, нужно как-то спуститься. Вот, можно, по идее, спуститься. Берем уже обрез. И сейчас мы красиво, эффектно, вот так как-нибудь, прям в дерево. Нет, получилось нормально. Так, я пока не знаю, какой преступник именно. Походу, оранжевая машина. Так, ребята, выходим. Мне кажется, он в меня целился. Нормально. Так, парочку убитых. И последний убитый. Осталось всего лишь 3 машины, погнали уже за город. Ух ты, какая авария красивая получилась-то. Какие-то еще капоты отлетели. Нормально все происходит. Ночные погони, полицейские патруль. Конечно, предыдущий мод был гораздо интереснее. Там была вертушка, там была подмога, а здесь приходится все в одного. Так, я вижу, есть сверху. Поднимаемся наверх и давайте сверху посмотрим. Так, ребят, походу, стоят на месте. Сейчас подъедем и будем гасить их. Нет, он, походу, в движении. Как-то все в рассыпную. Время у меня, конечно, уже нету, но, в принципе, мне кажется, долго, конечно, догонять их так в рассыпную. Но делать нечего, придется их догонять. Ребята, уходите в сторону, может поменять сирену даже. Вот такую сиренку скоростную, чтоб они реально быстрее уходили в сторону. Так, едьте спокойно, я вижу уже. Я вижу задницу, полицейские патрули, ребята, прижаться к обочине. Достаем уже обрез и просто расстреляем бензобак. Так, а вот только загасили. Так, ребята, спокойно. Пока ничего почему-то не агрится. Хорошо, выходим, наверное. И попытаемся, наверное, все-таки их вытащить. А ну-ка, получится, не получится. Так, открываем двери, вытаскиваем. Она испугана. Они реально испуганы, ребята. Нормально. Гасим всех. Так, хорошо, уничтожили последних. И погнали. У нас есть 2 отметки. Так, внизу вижу. И где-то наверху, в городе. Наверное, все-таки возьмем, наверное, эту отметку. Потом уже возьмем, наверное, ближе к городу. А у нас уже светает. Скоро наступит утро. Так, нужно аккуратненько спуститься. Как аккуратненько, побыстрее нужно спускаться и гасить преступность. Вот так, красиво, Франки спустились. А, кстати, довольно очень быстро удирает. Сейчас мы тоже очень красиво наберем скорость и догоним преступность. Главное не врезаться в дерево.
Вот так красиво вылетели. Да, чертовски красиво. Аж забор снесли. 113 убиток, 15 уровень. И продолжается наша погоня. Так, ребят, давайте же. Вроде был буквально здесь, и уже пару секунд он куда-то испарился. Да, бывает, ребята перемещаются и появляются просто на дороге. Так, они, походу, едут в город. Ну хорошо, едем в город, вернемся откуда начинали. И сейчас будем в городе гонять. Уже расцветает, наш днев скоро закончится. Нам нужно все-таки поймать двух преступников. Ребята, уходи в сторону. Включим сиренку поскорее уже. О, реально уходит в сторону, будет гораздо быстрее. Так, ребята повернули, вижу, в правую сторону. Прям на холмике, прям над нами. Давай-ка, Франклин, получится у нас, не получится. Должно получиться. Практически получается, и вот наша преступность. Как он резко повернул. Так, мы ограждением. Так, полицейские патрули, ребята, прижаться к обочине. Так, нет, не тот, перепутал. Перепутал тачку, я вроде заметил эту. Так, набирает скорость. Ну что, вот начинается погоня. Можно, по идее, уже достать, наверное, пистолет. Можно и обрезом. Все у нас на мотике, можно и обрезом. Ребята, полицейские патруль, прижаться к обочине. О, черт, как-то не очень. И ловко получилось. Так, выходим по одному. Кто-то меня орут, мы попробуем, наверное, бензобак и попробуем, наверное, поджечь. Хотя можно просто взять, наверное, РПГшку и просто их уничтожить. Ребята, выходи по одному. У меня просто нет времени. У нас, по идее, другой преступник где-то далеко. Хорошо, гражданские у нас разъехались, и можно их уничтожить. Нет, погодите секунду, проехали. Так, уничтожаем. Хо-хо-хо. Да, элементарно и просто мы их уничтожаем. Просто в мясо. Это красиво было. Хорошо, у нас уже рассвет, друзья. Слушай, можно помочь даже ему. Ну-ка, давайте поможем, наверное. У нас остался последний преступник, у нас время не идет, но можно помочь своим коллегам. Сейчас поможем. Так, дробовичок, я помню, какая тачка, меня не подрежь. У нас есть и обрез, и сейчас я тебе, чувак, помогу. Прям по колесам. Так, красиво. Так, ребят, походу будут перестреливаться. Да, ребят, тоже не арестуют, они перестреливаются. Мы по колесам, меня сбили, черт возьми. Мы, походу, сдавили кролика. Так, хорошо, вернем наш мотик. Мне, конечно, он упал вниз уже. А вот вижу, мотик неподалеку. Преступник у нас, походу, ушел. У нас красные отметки на карте есть, можно помочь. Там уже перестрелка началась. Ну-ка, скорее, прям наверх уже. Нужно помогать своим, конечно же. Так, аккуратненько поднимаемся. Да, отметки уже исчезли. Так, спокойно. Тот, походу, еще все-таки остался. Так, готов. Твой напарник живой, сели в тачку, ребята, и поехали. Хорошо, у нас 15 уровень, 116 убитых, и остались еще четверо. Они, походу, в городе. Поехали в город, друзья, и их уничтожим. Да, на карте их не вижу, они слишком далеко от нас. Довольно интересный мод, но как-то слишком однообразный. И, возможно, все-таки буду снимать, наверное, карты. Потому что прошлый мод, он слишком глючит, и просто невозможно им снимать. Они хотя бы ехали в мою сторону, что ли, чтобы раз... Ох, мне кажется, едут в нашу сторону. Сейчас разберемся с ним побыстрее. У нас, в принципе, патрончик есть и пистолет еще. Но обрез мне гораздо получше понравился. Как он классно стреливает колеса. Да, вижу преступность уже рядом. Сейчас подъедем и разберемся. Включаем сирены. Нужно как-то аккуратненько тут съехать. Ну, не получилось. У нас тут... Так, они реально уже в городе. Вот можно съехать. Съезжаем аккуратненько и прям вниз. Ух ты, жесть. Там он не врезается в забор. Это что такое получилось? Нормально получилось. Так, хорошо, преступник у нас рядом с нами. Давай-ка поднимаем переднее колесо. Давай же, Франклин, все нормально, выехали. И последних преступников мы поймаем, и наш день закончится. Как-то он мечется влево-вправо, не поймет даже, куда именно ехать ему. Так, ребята, проезжайте. А мне нужно вот красиво съехать. Хо-хо, слишком красиво, мне кажется, будет. Ручник, нормально получилось. И мы спустились уже самый вниз. А тут все-таки нас подрезали. Так, ребята, походу мы остановились и думают, куда дальше ехать. Сейчас подъедем. Ох, они рядом с нами, сейчас разберемся. Так, вижу, красная машина промчалась, и мы тоже врезались в красную тачку. Хорошо, мы в городе, друзья. Сейчас мы в городе быстренько с ними разберемся. Покуда уже зеленый, и красотка поехала на зеленый.
Хорошо, надеюсь, ребята слишком далеко не уехали. Быстренько догоним и их просто уничтожим. Да, далеко не уехали, можно их подрезать именно по прямой. Ну, погнали, надеюсь, поедут в нашу сторону. Ручником. Ребята решили просто повернуть в нашу сторону. Мне повернули дальше. Окейшки, подъезжаем, сносим колеса и гасим их сразу же в лобовуху. Так, появляются еще какие-то отметки. Я вижу красную машину, да, совершенно верно. Та красная машина, подозреваем прямо перед нами. И будем гасить его, как-то развернул, походу. Ребята, полицейский патруль, приезжаться к обочине. Открыл огонь уже. Красиво, эффектно, прокатаемся вокруг них и всех загасим. Там, походу, остался последний преступник. Хорошо, выходим, спускаемся и давайте можем... Аккуратненько подходим, неизвестно, что у него там есть. Возможно, даже и взрывчатка есть. Рванет, ну, довольно-таки эффектно. Трупы, кровь, деньги. И последний наш. Да, друзья, он готов, и наш день заканчивается. Мы уже увидимся в других роликах. Ну, а с вами был Спикер, и увидимся. До новых встреч. Всем пока!